Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Смертельно больной Газманов голодает. Отказ от еды помогает артисту поправить здоровье. Олег Газманов, у которого обнаружили рак, не падает духом и всячески старается противостоять страшной болезни. Теперь он решил еще и поголодать. Артист совсем не ест, только пьет воду, рассказала его жена. Это исключительно позитивно сказалось на состоянии певца, отметила Марина. Олегу очень хорошо зашло голодание в 36 часов, сообщила она под свежим фото из Италии, где оба отдыхают. И пояснила, что еженедельное однодневное голодание помогает организму очиститься, разгрузиться от скопившихся токсинов. По словам супруги певца, которая ссылается на результаты исследования одного из японских ученых, такая практика в условиях современной экологии поможет сохранить здоровье. Однако нужно организовать правильный выход из голодания, подчеркнула она, и пообещала поделиться собственным опытом, если подписчики того захотят. Сам знаменитый Исаул, которому скоро исполнится 68 лет, несмотря на тяжелый недуг, находится в прекрасной форме. В соцсети широко обсуждается снимок поджарого и загорелого Олега Газманова у моря. «Готовлю мое плавсредство к заплыву. На доске загар прилипает быстрее, солнце отражается от воды. Жара здесь такая, что полдня сижу в море. Зато прокалюсь на целый год вперед». А в голове звучат обрывки ненаписанных песен, которые проявятся потом. Жизнерадостно подписал артист новый снимок в Инстаграм. Фанаты завалили кумира комплиментами. Вот с кого нужно брать пример лучший, вы просто потрясающий. Заряжаете энергией и позитивом на расстоянии, вы молодец. Здорово, хотя нашлись и те, кто предостерег певца. Осторожно с солнцем, берегите себя, загорать вредно. Береги себя, Олег, на голову кепочку, опасное оно, солнышко-то. Написали они, высказался Иосиф Пригожин. Он оценил фото Олега. Вдохновившись им, продюсер даже написал о том, что здоровое питание и физические нагрузки способны остановить старость, а также сравнил Газманова со своей известной женой, певицей Валерией. Не так давно поклонники были потрясены, узнав, что у Газманова обнаружили опухоль на голосовых связках. О том, что исполнитель давно и тяжело болен, рассказал он сам. Но страшный диагноз не стал приговором, артист не опустил рук и стал бороться. В чем помогла и поддержка семьи, жены Марины и детей. Ранее публика стала замечать, что певец исчез со сцены. Хотя, как оказалось, знаменитый Исаул всего лишь с самого начала примкнул к чемпионату мира футболу. На первой игре Мундиале он кричал и пел, поддерживая российскую сборную и радуясь ее победе. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.